А что это за звук? Это космический барсук. Так, ну что, гость? Гость, гость, гость. Гость, гость, гость. Я спрячусь сейчас в суперничке для гостя, который никто не изыщет. И не изыщет меня здесь. Вопрос в том, что вряд ли здесь кто-то убьет кого-то. Вак стоит здесь со мной. Он меня сейчас здесь убьет, и я здесь останусь навсегда. Что он здесь делает? Это Фази. Если здесь сейчас будут бомбы, то это все. Фази конец. ГГ Фази. Вопрос в том, что знает ли он, что я здесь. Поймет ли он по кнопке нажать убийство, или он уже типа видел, что я сюда зашел. Хотел кнопку убийства нажать. Ну-ка, умру ли я сейчас или нет? Опа, побежал. Он снова вернулся. Может, он не допрет, что я здесь? Просто это будет на живца. Это опять на живца, как я люблю. Тактики, тактики нужно, тактики испытывать, чтобы было весело. Нужны тактики. Не знаю, какая там будет тактика. О. Так, дамы и господа, если что, я говорю сразу, я сыщик. Ну, труп, скорее всего, время саботажа произошел. А где убили? Находится килл на саванне на картинке с карточками. Внизу это стоит какая? Рэндальф. Подожди, это какая картинка с карточками? Какая картинка убежал, с карточками? Не перебивайте, пожалуйста. Ты ничего, ты не даешь информацию. Так где какая картинка? Где находится? Я не понимаю, саванна огромная. Где конкретно? Как? В саванне находится карточка, которую надо собирать ближе к низу. Снизу, что? Я понял, это Фази убил. Это Фази убил. Это Фази убил. Чего ты взял? Ты знаешь, что получил трупом? Слушайте внимательно. Фази убил и подбежал туда в секретную нычку, где трава, и там стоит. Он давай, отбежал туда, выбежал все, и убил. Давай, кикаем Фази. Просто. Ребят, кикаем ладно. Фази. Фази, знаешь, в чем проблема, Фази? Я стою в этой же нычке, и ты ко мне подбежал после того, как убил. Ты понимаешь это, Фази, или нет? Я стою в этой же нычке, ты из нее выбегаешь, убиваешь и возвращаешься ко мне. Ты понимаешь, насколько убийцы. Это тупо было вообще? Убийца. Убийца оставшаяся. Чипи в нычке стоит. Убивайте. Я ухожу уже оттуда. Все, я своего поймал. Не, ну это было гениально. Просто он подбежал сюда, убил, короче, я отбежал обратно. А я-то не вижу, у меня маленький кругозор. Он выбежал в темноте такой, по-тихому его хлопнул вообще. Вот это нормально, вот это уровень. Вот такой контент нам интересен, конечно. Просто замачкарил пацана. Вообще, эта тактика, она имбовая. Я не знаю, как он меня не заметил, у него же был большой кругозор. У него же кругозор шире, он же, считай, пришел практически за мной. Ладно, я одна не вытащу, выкидывайте меня тоже. Ну вот, начинается. Ну это было гениально, скажи же, Олли, да, просто... Да. Просто тактика галактика, она сработала. Точно. Бля, бедный Фази. Не, ну что значит бедный Фази? Фази зарубил просто Никса. А это не Оли был. Как мясо вообще. Или не Фази? Да нет, это Фази, он уже показывала. Но это был не Оли. А почему он так? Он решил выйти, типа, что за бред? Что за бред? Что за бред? Кто так делает и зачем? Я не понял сейчас юмора, кто это был. Я одна не вытащу, что... Для чего это было? Начало было великолепно, конечно. Там уже дальше не знаю. Сейчас посмотрим, что насколько это все будет интересно. Почему я сейчас только что ревнул? Непонятно. Может, это его подруга? Она решила, что ей пора уходить? Что за бред? Так, это стружечка, мышь? Мышь стружечка. Да, сюда. Видишь, за гостя тоже можно отыграть великолепно. Если испытывать всякие разные тактики, они не всегда получаются, конечно. Кто знает? Так, сам там прочин цвет. Вот и гасит цвет просто. Наверное. Или Джейден, ну молодец. Да блин. Так, я не мог зарепортить, у меня, короче, из-за кнопок на самом деле. Джейда убили, как только свет погас. Я по книжке увидел это. А где труп? На свету. Но по первому киллу понятно, что это не я, потому что я первый убийцу спалил.
Так, ну короче, смотрите, а кто у нас был сыщиком? Сыщик мертв. Да, Джейд как раз и был. Смотрите, у нас получается да, Фил. Да, у меня тогда вопрос к Луи. Как он так быстро переместился? Можно, да? Луи, а объяснишь, как ты резко и неожиданно появился в верхний левый углу карты, когда я как раз сделал задание с Джейдом? Я жду от тебя объяснения. Я пошла. Еще раз. Просто так, шла. Не. Давайте рассуждать. Смотрите, Чиппи нет, короче, потому что дома, Чиппи он так, первого нашел. Это нет. Рэндольфа я могу обелить на этот килл, потому что она стояла со мной на камерах. Так. Остается. Фил так, с Дюком Фил, прибежали Фил на свет. Только... Фил с Дюком прибежали на свет сейчас. Остается Луи. Давайте остается Луи. Ну что, Луи, подожди, что пусть скажет. Пусть скажет. Подождите, не голосуйте, пусть скажет Луи. Что ты скажешь? Подожди, Фил, сейчас кто с тобой да пришел, Дюк или Луи? Я считаю. Мы сейчас долго да подождите, Фил, да кто с тобой Луи, пришел, да. Дюк или Луи? Фил, если тебе надо спать... Сейчас скажу, молчите. В общем, там стояли эти двое, я пришла после них. Я кто инспектор. Двое? Кто пришел? Кто двое стоял? Кто двое? Да они оба там стояли. Кто они? Кто? Они оба стояли. Да кто они? Луи голосуй, да и все, тебе сказать. Да самый тупой инспектор в мире. Там они стояли, они. Кто они? Они, ну они. Кто они-то? Они. Да они. Что за бред просто? Я спрошу, кто они? Они стояли, они. Оба стоят, Дюк и Луи. Так, как, ну вот я спрошу, кто? Они. Там стоял Чиппи и Джейд. Что за бред вообще? Неизвестные они. Нет, Чиппи, ты лучше скажи, что за бред, если ты начинаешь рассуждать, ты убийца. Что за бред? Посмотрим, как они в этот раз заиграют. Так, ну смотри, что. Это я инспектор. Я могу вот здесь сразу заныкаться. Он сам сюда придет. Я его прочекаю. Он сам сюда придет. Он убьет, придет, я его просканирую. И все. А? Вообще тактика галактика работает просто. Тут даже не надо какой-то сверхума иметь. Просто стоишь и ждешь, они сами все сделают. 3 дня спустя. Ну пускай там свет включает, инспектор не может атаковать еще. Он еще не откатился ничего. Фил. Фил бомбы тут кладет, да? Ну я не буду ничего делать, он меня запалит. Что он тут в бомбу делал? Что он здесь сделал, Фил? Тут? Что он, зачем он сюда подходил? Я же его видел. Я не мог его просканить, он стоял слишком низко. Ага. Я знаю, кто первый убийца, это Фил. 100% инфа. 100% инфа, первый убийца Фил. Прям, а я сейчас могу аргументировать. Нет, стой. Я стою в кустах, где супер нычка. Он подходит в эти кусты и ставит бомбу. Там больше никто не был за всю игру, я там всю игру стоял. Так, ребят, подождите, микрофон был отключен. Про что говорим? Я там картинку делала. Ты подошла в кусты, где секретная нычка. Там нет заданий. Где труп Никса? Где труп Никса? На камерах пишут. Ну, сейчас мы филакиком, потому Фил что... Фил точно говорит, убийца. Кто второй, я не знаю. За баганным кустам. Второй. Подождите, не кикайте Фила, не кикайте Фила. Пока не кикайте, просто обсуждаем. Но Фил точно первый убийца. Давайте подожди, обсуждать. Ну подожди, на этот килл, именно на этот килл... Он не убил, он не убил, он не убил, он бомбу рядом со мной поставил, подошел. А, ну все, смотри, Фила на этот килл я обеляю. А, он не понял, о чем ну, я говорю. Получается, в общем, Фил похоже, сделал тот килл возможно, на, Дон на второй, центре, возможно, Дон на второй. Если ты будешь говорить по словам Чиппи. Я, смотрите, ну, я стою в секретных кустах, он подходит в секретные кусты, туда, где он. Этот ставит там бомбу, кроме меня и там никого не было, и Фила, все, там бомба. Ребят, у нас Луи вышел, поэтому нам... Мы Фила выкидываем, а Донна обеляет Фила, возможно, Донна второй. Фила кикаем, и краски килл Оли он сделал. Он на центре тогда был. Донна, похоже, второй. Давайте, подождите.
Да слышишь, ты очень сильно палишься. Ты очень сильно палишься. Я тебя нигде не видел в игру. А я прятался в кустах секретных, поэтому ты меня и не видел. А что ты делал, Чипи? Вот что так ловил видишь? Вот таких вот мужчин, как Фил. Раз, так. Синий, фиолетовый, желтый, зеленый. Желтый, фиолетовый, зеленый, синий. Все, пошли со мной. Пошли со мной. Где это ты? Где это Донна? Пошли со мной. Где Донна? Пошли со мной. Со мной пошли. Со мной пошли. Все, пошли со мной. Идем Донну мочить. Ну, куда ты ушел? Ну ты что, глупый что ли? Мы идем Донну мочить. Пошли со мной. Да иди со мной, ходи. Вы что, вообще не понимаете, что? Где Донна? Проверяем ее. Ноль убийств, ладно. Донна, ноль убийств. Первый был точно Фил. Во второй я пока не знаю. Ну как он рассуждает? Ему говорят, конкретные факты накинул ему, а он типа вообще как будто бы на них наплевал вообще полностью. Но моя тактика сработала. Тактика галактика. Опа, пошли, свет уж починим. Тут Лой стоит, да? Ага, мило Лой. Запомнили? Так, сюда. Как он, конечно... Так. Я инспектор, я проверил Донну, у нее ноль убийств. Молодец. Может быть, она не убивала меня просто, кикайте. Я не знаю. Почему это? Меня кикайте. Почему это? Я убийца. Почему напарник мой Фил, я убийца. Да, конечно, мы знаем, что Фил твой напарник. Я повис на килы напарника, и еще на камерах стоит толпа. Я не один знаю, человек встал на камеру. Потому что я выполнил задание, поэтому я встал на камеры. Джей, да понятно, вот, дело, понятно. На камерах ты убила или Фил? Там рендер с тобой. Нет, на камерах ты убила или Фил? Да, на камерах я убила. Вот, я же говорю, потому что Фил был со мной. Он я не понял, почему Донна, типа, когда прям откровенно было на Фила, стал его белять. Потому что типа, он подумал, что на килл ты его паришь. А я же сказал, что я его не накил, что я Фила не накил вообще. Отменила на бомбу. А я тебе сказал, что я Фила на этот килл обеляю. На этот.